Так, товарищи, колотун у нас сегодня еще не такой, как был ночью, но холодно, с ветром. Я к зиме готовлюсь, вот цепи проверяю, какие пойдут, какие не пойдут, колеса новые. Но должны пойти, в принципе, 14 перемычек вроде должны натянуться. Как раз сейчас посмотрим. Так, на земле их раскладываю. Они скрученные, перекрученные. Разравниваю их и на колеса и проверю. Вот такие дела. Загрузился сегодня на Пиалуб. Буду ехать в понедельник. Воловали сегодня, загрузка была. Вот такими делами занимаюсь. А нам сегодня мороз обещают сильный. Такое поле вот там, где черные пятна, это, ну, далеко не видно. Сейчас посмотрим, если преувеличить. Вон там вот утки прилетают. Сезон открылся, скоро будет сидеть, ловить, стрелять. Вот такие, друзья, дела. Колотун сегодня будет. Монтане снег. Многие ребята цепи надевали. Вот там вот. И у нас сегодня будет тоже холодно. Такие дела, такое солнце яркое. Светит. Все, пойдем дальше. Чайком чуть-чуть согрелись. Радиатор новый поставили от кондишена AC. Он-то сейчас не нужен. Я же ездил на Техас, то там жарко еще. Бывает. На алюминий сдать надо будет. Чайком чуть-чуть согреваемся. Подошло. Вот. Здесь я спокойно надел и зацепил. Там на второе колечко и здесь на второе колечко. Теперь так подтянем. Сначала нижний. Как-то так вот. Потом чуть-чуть надо проехать. Обычно чуть-чуть проехать, еще подтянуть. И как бы она не будет спадать. Она будет держаться. Сюда. Сюда нормально подошло. Сюда чуть-чуть короткий как-то. Давай
спасибо моему водителю бывшему Василию. Он подгонял даже под новую резину, не промахнулся. То здесь теперь натягивать будет тяжело. Четвертая уже не натягивается. Вот. Четвертая уже не натянется. Так вот. А эту уже надо сильно крутить. Это уже не обязательно. Обычно идет так. Проехал немножко, они выпрямятся на свое место, встанут, и еще можно подтянуть, то и даже резинки можно не ставить, ни одной, оно так хорошо пойдет. Все, я проверяю, потому что хочу быть уверен, что у меня не было проблем. Я знал, что у меня все цепи подходят нормально. Так, значит, смотрите, Вася их так делал плотно, что как будто бы на новое колесо, ну, одно колечко буквально не хватает, прям вот одно надо было бы еще оставить. Здесь получается раз, два, три, вот как раз если было бы 4 бы, я прям бы не мучился бы, оно как раз хорошо залезло, потому что это... Новая резина еще совершенно. Конечно, когда она сточится, считай, инч уйдет, то она легко наденется. Здесь цепь немножко другая. Эти натянулись как-то более кругло, они более такие послушные. Эта упругая, видите, она, я буду ее юзать на трейлер или на запасную. У меня вот еще одна есть. Это может быть лучше как-то залезло бы у нее, хотя у той тоже крючки длинные. В общем, но у меня для этого вот есть, я думаю, ладно, продемонстрирую такую вещь, я делал для себя, оно очень удобно. Смотрите. Это я делал, так, ветерок, вот такие вот переходнички, вот они, вот. Они очень выручают в свое время. Это вот так, если новая резина, то они очень хорошо помогают. Вот, скажем, такой кусок мне нужен. Да, вот он у меня есть. У меня раз, два, три, четыре, пять. Что мы сейчас будем делать? Вот мы можем вот этот кусок взять и сделаем его сюда. Нам не хватает одного колечка. Мы его можем подцепить аж вот сюда, вот. Сейчас я его, ну, скажем так, сюда, камеру некуда деть. Так, вот так вот. Это пусть торчит, ничего страшного. До трейлера она не достанет. Теперь у нас есть возможность, вон сколько колец, и берем этот, что нам не хватило натянуть. Но
общем, тут уже видно, что оно хватит его натянуть. Вот. Вот таким вот способом подтягивается оно все. Да, немножко некрасиво, но это выход из положения. И все, потом начинаем нижнюю. Так вот. Силёнок сейчас не хватит. Здесь уже надо две руки. В общем, все. Готово. Вот таким способом. Здесь можно ее по-другому, с другой стороны надеть, чтобы она резину не рвала. И вот таким вот путем будем спасаться. И потихоньку можно доехать. Все. Все цепи натянуты. Но это я сделаю на трейлер. На трейлере колесо меньше, потому что оно более ровненько, как более трейлерное колесо, оно гладкое, без рисунка такого шипованного. Там хороший захват был. Вот. Там захват был хороший такой. Здесь, считай, вот я еще по одной это оставил. Ну, примерно вот так вот, друзья мои. Фордик мне служит верой и правдой. А это все потом подравнивается. Чуть-чуть проехал, оно подравнивается, и все нормально. Резиночки еще приобрету. У меня кончились резиночки. Все. Дай Боже, чтобы все прошло нормально. Сейчас мы их сюда развесим. Вся эта зима, чтобы цепи я вообще только на примерку, как говорится, попробовал, и все. Здесь у меня начали отлетать. Вот это вот потерялось. Она, короче, у меня задралась и так наверх. Я в стекло, в зеркало, ну, увидел ее в окно. Остановился, вытащил ее, поломал. Вот здесь я выломал вторую половинку. Она здесь поломалась, я здесь ее выломал, вытащил. Вот поправил везде. Надо пообрывать эти штуки. Все. Работает нормально. Здесь тоже были некоторые сильно в натяжку. Я думаю, справимся. Там, конечно, на снегу это будет намного противнее. Намного противнее. Мокро будет все. Руки будут мерзнуть. А вот. Пальцы бывают, когда мерзнут, аж не хватает силенок натянуть, аж пальцы ломит. Но ничего, справимся. Я не заядлый такой прямо в этом деле. Бывает, ребята, о, да ты что, так долго одевал цепь, я там их 20 минут и погнал, бросил. Да, бывает, по два колеса, на два колеса бросают, особенно контейнерщики, и поперли. А на трейлеры сюда ничего не бросают. Но когда будет heavy snow, надо одевать все четыре. И там даже на трейлере надо еще одну одевать. На ту сторону крест-накрест. Вот. Я этим сильно не страдаю. Сколько заняло времени, столько заняло. Бывает, что в среднем занимает 45 минут. Когда у меня все нормально. Я еще хочу приобрести крючки. Вот, их сюда сделать. Когда они будут висеть, цепи, сразу подошел, взял, они не будут запутанные. Вот, взял, кинул. И это может занять 25-30 минут.
на 3 цепи, а если 5-6 цепей, то около 40 минут, 45, а то и у кого-то и за 30 минут. Я говорю, что я этим сильно не страдаю. Надел, поехал. Времени всегда достаточно. Все, загрузился я. Кстати, мне уже пришел тайдл. Вот, буду менять уже номера, оформлять трейлера. Будет у меня вашингтоновский уже тайтл, мне прислали. Вот. А эти колеса я хочу. Даже они вот на трейлере были. Ужасные такие вот. В каком смысле? Они-то еще хорошие. Но вот что с ними стало. Это ж когда трейлер тормознул, получилось сточенное место. Вот. И потом оно выбивало ее, выбивало. А резинка, конечно, это бы еще прошла бы 200 тысяч. Если не больше. Это очень хорошая резина. Это Bridgestone. Вот, смотрите, что с ней стало. Я хочу ее попробовать. Это уже проволока там чувствуется, там такая канавочка. Я хочу ее на кейсы сдать. Кейсы хорошие у нее, новые. Это 18-й год. На кейсы сдать ее по 75 долларов дают. У меня 4 колеса есть их. Ну все, друзья. Всего вам хорошего. Вот. Будьте осторожны. Сейчас зима везде, кроме Австралии. Вот. Или еще, как говорится, Калифорния, южные штаты, конечно, там нет снегов. А мы на севере, то там холода и снежок. Так, пока жду завтрашней загрузки. Вот фара не работает, ближний свет. Да, интересно, без этой вот, без этой вот ободка этого, который надевается на фары, да, даже как-то поинтереснее смотрится, если такой монолит был бы. Есть такие фары, продаются. Это осы заводятся, завелись. Сейчас посмотрим, а дальний свет работает. Вот уже и дальний свет не работает, а он не включился. Сейчас надо понять. Что-то уже и дальний свет не работает, ничего не пойму, в чем дело. Что такое? Так, дальний свет надо зажигание включать. Срабатывает, вот он, дальний свет работает. А здесь не работает. О, заработало. Был контакт плохой. Все, я думал, будем лампочку менять. Где-то здесь что-то. Вот здесь замыкает. Вот здесь вот что-то замыкает. Сейчас посмотрим, в чем дело там. Ясно. Там можно и поменять ее. Она там все равно такая какая-то коричневатая уже. Могу новую поставить. Работает. Сейчас будем фиксить. Так, получается, контакт на той фаре плохо работает. Она работает. Но что-то контакты. Ну и новую поставил, сразу заработала
шевелил ее, не тухнет. Хочу подкрасить вот здесь вот, это коричневое выгорело и уже не такой яркий свет отражает. Там вроде бы нормально, но тоже можно проверить. Сейчас это подкрашу черным цветом, и оно будет хорошо.